Ну вот, дорогие друзья, места постепенно освобождаются, но я чуть выше остановил машину, уже невозможно было, да, в этой идиотской пробке находиться. Воздух здесь замечательный, приятная температура, не жарко и не холодно, фантастика. Ну вот и здесь тоже есть, видите, уже места, ну ничего, теперь 2 сантиметра пройти пешком не страшно, вот это ж вот. Пытается как-то вырулить, но не хватает навыков вождения. Так что сейчас поднимемся наверх по этим великим красивым лестницам, где все это прекрасно смотрится. И окажемся на территории парка Тацминга. Замечательно, где выросло не одно поколение горожан. Наверное, наши дорогие тбилисцы будут очень довольны тем, что я показываю этот парк, особенно те, которые уехали из Грузии, и для которых этот парк остался на всю жизнь таким вот олицетворением детского времяпрепровождения. Здесь еще было хорошее хинкальное где-то, между прочим. Ну вот отсюда и телебашня видна, как на ладони. В детстве эти лестницы казались такими огромными. Помните? Здесь и фуникулер. Видите, дорогие друзья, тот самый ресторанчик на Тацминга, который виден со всех районов Тбилиси. А там уже город как на ладони. Такая у нас, видите, сегодня этапная экскурсия. Не просто такая проходка с одной точки в другую, а очень интересная. Вот я вижу людей, которые с сыром ходят, с сыром на руках. Вот сейчас мы... Вот играет легкая музыка. Кстати, здесь очень вкусные пончики. Там же трамвайчик. Люди танцуют. Занимаются здоровым образом жизни. А внизу вот строят верхнюю станцию канатной дороги. Трамвайчик, наверное, на месте, но потом снимем его. Вот вам телевышка. Вот, смотрите. Я вот бывал во всех этих треугольниках. Там сейчас, видите, вот в этом среднем ничего нет. Наверху тоже работают сотрудники. Там большая достаточно территория со всеми необходимыми коммуникациями. Сейчас, видите, уже здесь павильоны. Уже прямо здесь. А, это челато. Вот такие вот красивые вкусные штучки. Нам немного осталось, потому что вот поднимемся, и там уже будет центральная площадь фестивальная, где и
все происходит. Вот автомобильчики эти, на которых мы катались, но это уже такая современная версия, кажется, их. Здесь еще вода даже идет. Видите, сколько людей, и многие из них, как мы уже убедились из предыдущего ролика, приехали сюда на автомобилях. Поэтому остановить машину было так непросто. Вот здесь аттракционы для детей, везде кафешки, ресторанчики. Очень красиво. Думаю, что сыровары и сыроделы еще не разбежались. Вот опять вышка. Так, фестиваль in action. Интересно, интересно. Ну все, дорогие друзья, давайте встретимся в следующем ролике, где я уже вам покажу непосредственно фестивальную площадку.